телосложение ни одного из сегодняшних культуристов. Это нисколько меня не привлекает. Это не то, как я хотел бы выглядеть и каким быть. Это слишком. Мне нравится классическое телосложение. Вот что мне по вкусу. Качество против качества. Тела атлетов 60-х и 70-х годов. Эстетика. Идеальная симметрия и пропорции. Моя конечная цель – когда-нибудь построить тело, как у них. Но все же, постараться быть немного лучше. Каллум Вон Мугер, 22 года. Национальность – австриец. Сантиметров, 104 килограмма, стаж тренировок 9 лет. Образ того, как я хотел бы выглядеть в итоге. Я считаю, что это важно. Когда я был подростком и играл в футбол, отец сказал мне: «Если представить, что ты уже забил гол до того, как ты ударил по мячу, ты забьешь гол». Это сработало. Я продолжаю использовать этот метод, когда я тренируюсь. И поднимая веса, я представляю этот образ. Я люблю нагнать крови перед тем, как пойти в зал, чтобы люди думали, что я всегда такой объемный. Бодибилдинг – это то, чем я наслаждаюсь с момента, когда я был ребенком. Это нечто, чем я наслаждаюсь всегда. Когда я только начал, бодибилдинг был просто развлечением. Я ходил в зал вместе со своими братьями, и после зала мы всегда сразу ели, потому что хотели есть. Но я не ел все подряд, и не делаю этого сейчас. А потом мы ходили на пляж цеплять девчонок. Я люблю иногда что-то сломать. У меня есть апельсиновая пушка, из которой я иногда стреляю, и меня это забавляет. Мне нравится подшучивать над людьми. Например, они спрашивают: «Кем ты работаешь?» Ну, я профессиональный шахматист. Не знаю. Мне просто это нравится. Сказать что-нибудь тупое и потом наблюдать за их реакцией. Когда ты поворачиваешься к судьям обоими плечами, это делает тебя немного заметнее. Никогда не делай так. Это совершенно другая картина. На самом деле я не знаю, что буду делать с этим в дальнейшем. Я продолжу тренироваться, иногда выступать. И надеюсь, когда-нибудь все, что я делаю, приведет меня к чему-то. Или приведет меня к какой-нибудь тропе, которая поможет мне. Или, возможно, приведет к чему-то новому и интересному. Но я не знаю, когда. Для меня это пока тайна. Я всегда стремился выглядеть как классический бодибилдер, как Арнольд Шварценеггер, Дэйв Дрейпер, Луи Фериньо, Франко Коломбо. Все эти ребята были лучшими.
и они остаются такими. Я очень часто их идеализирую и хочу выглядеть как они. Но все-таки я хочу быть самим собой.